Хожу я сейчас по аптекам, где продается покой. Мне прописал доктор с маточком такой. Не спите, говорит, нервы свои крепите. Как поспоришь с лекарем, хочу дружить с головой, она родная не хочет. Свои дела все хлопочет, заставляет меня мечтать, от покоя куда-то бежать. Принуждает меня суетиться, а я хочу лечиться. Ну, поболит немного, на то она и голова. А врач говорит строго правильные слова. Покой в голове поселится, и все само растворится, и голова перестанет придумывать дела. Принять бы 100 грамм для покоя и жить бы, не зная горе. Лечение продолжать ежедневно, курс 2 раза в год планомерно. Да, и чтобы не избежать запоя, курс 10 дней, не более. И руками разводят аптекари. Что такое назначают лекари, говорят, они просто не знают, чем покой вообще измеряют. Что он в таблетках не продается, и сиропа нет тоже. Что же мне остается? Самолечение, похоже. Заварю-ка, пойду ромашку, а на лоб приклею бумажку. Покой. Меня не тревожить. Может, это поможет?